Продолжаем нашу программу. С вами в студии Валерия Коренная, Сергей Безруков, народный артист, сегодняшний наш гость. Сирано де Бержерак. Вообще-то, Сереж, ну, конечно, мечта, по-моему, любого артиста была сыграть. И, наверное, есть, потому что личность, помимо того, что, во-первых, поэт, во-вторых, не наш. Да, хочется залезть немножечко куда-то там, в какие-то другие глубины. Дело в том, что я, конечно же, не то, что не мечтал, я просто и не думал об этой роли, пока мне ее не предложили. Потому что мечта сыграть Гамлета, Хлестакова, а Сирано де Бержерак я не думал. А Гамлета все-таки есть мечта, да, вот у всех? Была, но это тот самый джентльменский набор актерский, когда хочется принято сыграть, так, хочется, да? Сыграть Гамлета, хочется сыграть Хлестакова, хочется сыграть князя Мышкина. То есть такой джентльменский, действительно замечательный джентльменский набор актерский. Вот. Не мечтал о Сирано, когда прочел, понял, что мое. Близко, а что за дело-то? Похоже. Зацепило судьба что? Судьба его героическая и в то же время его сложный характер. Он может быть и шутом, абсолютным шутом, и в то же время воин, боец, воин и романтическая любовь. Это страсть, это самая любовь, которая сейчас вроде бы старомодной считается, но она настоящая. Когда человек любит не для себя, он любит ради любимой и может быть преданной. Предан ей всю жизнь, причем даже безответно, абсолютно безответно. Кто считал себя недостойным этой любви, все равно, правильно? Да, все равно безответно любил всю жизнь, но его героический характер, он действительно настоящий герой. Он может быть смешным, вот привлекло, конечно, бесспорно, сам жанр Сирано де Бержерак, потому что это героическая комедия. Все время ставили Сирано де Бержерак как романтическая драма, либо просто какой-то фарс. Это героическая комедия. То есть полегче, то есть уже хочется, да, ее сыграть? Героическая комедия, в которой, допустим, в первом нашем акте люди просто умирают со смеху. Просто действительно очень смешно. Реально очень смешно. А во втором акте, помимо смеха, добавляется тот самый героизм. Как раз героическая комедия. Когда в конце люди плачут. Вот это ощущение траги фарса должен присутствовать. Тем более, что Сирано... Много я придумал в этом спектакле вместе с режиссером Александром Синотовым. Многое придумал того, чего не видели люди ни в одной постановке. Вот 111 лет со дня первой постановки, даже 112 лет со дня первой постановки «Сирано де Бержерак», я могу сказать, что многие фрагменты, многие решения сцен, действительно решения сцен за 112 лет ни разу такого не видел зритель. Спектакль очень интересный, яркий, совершенно неожиданный. И здесь самое главное, что здесь Сирано де Бержерак молод, каким он действительно и написан у Растана. Его почему-то играет все время в 40 лет, я не знаю, там в 50, то есть уже такой потрепанный, совсем такой боец. А они с Роксаной, это совсем молодые люди. Он вас остается он вот за эти 2,5 ваши года, или он все-таки он мужает вместе с вами? Он взрослеет. После того, как в пятом акте 15 лет проходит, вот тогда он взрослеет. Но они молоды с Роксаной, потому что он ее помнит, когда она ходила в коротких юбочках, а она помнит его, как он дрался с мальчишками, с палочками, сделанных из тонких тростников, фехтовал. То есть у них возраст, если бы, допустим, ему было много лет, но он бы уже шпагой фехтовал, я зацепился за это. Он еще палочкой. Она короткая юбочка, то есть он был мальчишка, а она девчонка совсем. Они молодые, и поэтому для меня было совершенно неожиданно, когда, допустим, тот же самый Депардье, замечательный, потрясающий французский актер, который сцена знаменитая у балкона, он практически отдает Кристиану Роксану. То есть да, я посчитаю, пожалуйста, иди. Как? Это молодой человек с таким темпераментом, любящий страстно. Каково отдать любимую, вложить свои слова любви своему сопернику и отдать ее? Какие-то муки. То есть это настолько темпераментный и страстный спектакль.
полные любви и страсти, настоящей страсти, потому что он молод. Сереж, вот смотрите, в любую работу, поэтому... конечно, артист, прошу прощения, вкладывает себя как личность, вкладывает свою душу. Насколько, с вашей точки зрения, вы снялись вот в 30, наверное, я так посчитал, 4 картинок, да, и, по-моему, 5 из них еще в производстве. Да, там, еще в настоящее время. В этом году. 34 фильма для 37-летнего артиста, учитывая, что вы не с пеленок снимаетесь. В общем, это колоссальный труд, помимо огромного количества театральных работ, помимо того, что вы еще... И я не успеваю уже ни о чем поговорить. Вы еще и являетесь руководителем своего собственного театра. Я вас поздравляю с первой годовщиной. Антрепризный театр. Сергей Безруков. То есть все это вместе. Понятно, в таких случаях задают вопрос, сколько часов у вас в сутки. Но мой вопрос даже будет не в этом, а в том, насколько важна личность актера в любой работе. И насколько она видна. Говорят, да, вот артист хороший, а человек так себе. Насколько важна вот эта личность? Ну как же, чтобы роль получилась живой, и потом даже сложно сказать, я не думаю, что, наверное, актер не личность, наверное, не обладая таким характером, будет браться за роли, которые действительно опасны. Опасны тем, что ты все-таки играешь характеры сильные, если ты сам по себе не можешь в роли дотянуться. Я понимаю, что можно быть не скандалистом, как я, допустим, не такой скандалист. Я сильный характер, но я не скандалист, как Есенин, допустим. А, я не знаю, я не такой хулиган, как Пушкин. Я хулиган, но не хулиган, как Пушкин и Есенин. Я совершенно другой. Но все равно ощущение того, когда ты выходишь на сцену, ты... Может быть, действительно, это такая сублимация, когда ты вырастаешь. Это необходимо. Необходимо, раз ты выбираешь такие роли. Но иначе бы, наверное, не брался. А все-таки ты выбираешь роли или роли тебя? Мне повезло, я выбираю роли сам. Мне повезло. Я не иду все-таки на поводу, допустим, руки голода, как любит говорить Олег Павлович Табаков. Если костлявая рука голода схватила тебя за шею, тогда ты, понятно, пойдешь и будешь сниматься в рекламе. Но лучше этого не делать. Лучше, как говорится, все-таки избежать этого. Если ты можешь избежать, избеги этого. Поэтому у меня костлявая рука голода не хватает. Я все-таки не снимаюсь в рекламах. Амадеуса играете еще? Еще играл Амадеуса. Я уже 13 лет умираю на сцене. В образе Амадея никак не могу умереть. Все-таки я живучий Амадей, Моцарт рядом. Но я не знаю, сколько еще будет играть Олег Павлович, конечно. Не, ну 30 лет почти, будете, да? 30 он уже играет? Будете все-таки у нас на Колыме. Милости просим, спешите видеть Амадей, потому что спектакль, я не знаю, сколько он еще будет идти. Так фантастика. Я еще видела первый состав, когда Володя Пинчевский, его мама, кстати, живет потом здесь. Рома Козик, дальше Миша Ефремов, потом уже я. Вот уже 13 лет играю я. Поэтому приходите, видите. Поэтому на самом деле, личность. Слава Богу, повезло. Повезло, я выбираю роли, и есть все-таки возможность не соглашаться мне на все про все. Я как по минному полю шагаю, выбираю роли, которые мне действительно интересны. Сирано и Владимир Семенович Высоцкий, который не состоялся в этой роли. Да, я просто указываю узнал, на гитару для меня, уже. Для меня самое интересное было, да, поскольку я очень люблю петь Владимира Семеновича, для меня было интересно узнать, что действительно он очень хотел сыграть Сирано, и что Эльдар Александрович Рязанов, мой любимый дед, я его так люблю, мне при этом классные отношения с Эльдаром Александровичем. Он мне рассказал историю, что действительно он тогда ему дали кассету только послушать. Он хотел снимать Высоцкого, не дали снимать. А он хотел снимать Высоцкого в роли Сирано де Бержерака, потому что Высоцкий говорил, что это его роль. Он действительно похож, просто по тому, какой он темпераментный воин, поэт. Ну, это трот, абсолютно, конечно, Сирано. Абсолютно у меня даже сыграл есть фотография Владимира Семеновича Высоцкого, проба. С носом, фотопробы, с усиками, да? Да, фотопробы на роль Сирано де Бержерак. Ну, Сереж, ну раз уж мы Владимир Семенович. В тот вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с нею был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню, я был не пьяный. Когда же я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда же я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. И тот, кто раньше с нею был, он, видно, это не забыл. И как-то в осень
И как-то в осень иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, зачем за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Зачем за даром пропадать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с ней был, он эту кашу заварил вполне серьезно, вполне серьезно. Мне кто-то на плечах повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечах повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 бед один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я в нем валялся, я в нем валялся. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток. Он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождала. Но я прощаю, ее, конечно, я простил. Того, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю. Ее, конечно, я простил, того, кто раньше с ней был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю. Спасибо, Сереж. Вот. А есть что-то, что вы не можете, как артист? Какой-то жанр, какую-то роль, которую вы не смогли бы сыграть? Не пробовал. Я не могу, вы играете на скрипке? Да? Я не знаю, не знаю. Но не боитесь ни к чему вот подступаться? Тремолы такой не бывает? Я не стараюсь петь, как настоящий вокалист, допустим, да, потому что все-таки у меня актерское пение. Я и не стремлюсь петь, как профессиональные певцы, я стараюсь петь, насколько я могу это передать актерски. Поэтому для меня самое важное актерское пение. Что касается других областей, я не знаю. Надо пробовать смело. Во мне есть смелость, это воспитание моего отца. Надо смело идти браться за роль. И быть абсолютным ребенком. То есть, если ты начинаешь играть, то ты должен быть ребенком. Абсолютно открытым. Абсолютно открытым. Только тогда ты сможешь вдруг переживать абсолютно настоящие эмоции своего героя. Только когда ты открыт. Закрывшись. Когда не сыграешь роль. Насколько важно режиссеру доверять? Для актера? Хорошо бы доверять всегда. Но когда ты понимаешь, что, может быть, режиссер не способен, наверное, тебе передать что-то нужно. Конечно, вот мне повезло, у меня есть режиссерские данные, доставшиеся от отца моего. То есть я могу себе простроить роль, я могу себе, если даже мне режиссер не помогает, я могу себе простроить роль от и до. И найти очень много импровизации, каких-то таких вещей, которые, допустим, режиссер не найдет. Это также в «Сирано» де Бержерак, когда все играли, просто возвращаясь быстренько к «Сирано», все почему-то играли, вот все 112 лет, заметьте, 112 лет все играли. Царапина пустяк. Ну, когда Сирано говорит, царапина пустяк. Это после того, как он встретился у Норильской башни, 100 человек у Норильской башни. Царапина пустяк. Даже Депардье, ну, там маленькая царапина. Я же придумал другую царапину. Я говорю, насколько... А вот там она фигня была. Вот такая располосованная, абсолютно вот такая крага, располосованная вот такая вот. То есть это по-мужски, когда у тебя практически там мясо кровавое, а ты вот взял просто, намотал руку. Это по-мужски когда. Что? Да, ерунда. Это по-мужски. Вот в этом воин, который... Да, ерунда. А она болит страшно, когда Роксана говорит, что с тобой? Когда она... Точно, да? Я сохраню вам вашего красавца! Что ж ты делаешь-то? Ой, извини. Это называется рана живая, рана в сердце. Она одинаковая.